Привет! Сегодня мы в жилом комплексе «Люблинский парк». Квартира площадью 86 квадратных метров. Квартира изначально была с черновым ремонтом от застройщика, но, к сожалению, даже наши попытки сохранить какие-то стены не увенчались успехом, потому что геометрия квартиры, геометрия перегородок была такая, что сделать где-то углы 90 или параллельные стены это было практически невозможно. Поэтому мы были вынуждены снести все стены от застройщика. Было не очень жалко, потому что качество было, ну, так себе низкое. Соответственно, при помощи лазерного осебостроителя мы построили геометрию квартиры, заново возвели все перегородки, и теперь абсолютно уверены, что будущее напольное покрытие ляжет без подрезок, и никаких неприятных сюрпризов у нас не будет. На этой квартире также были сделаны оконные откосы, они стояли пластиковые, сэндвич-панель. Ну, это, конечно, ужас, мы их все переделали, сделали с пеноплексом и сделали 90 градусов, потому что были они вот такие раскрытые. Сейчас все оконные откосы в этой квартире абсолютно ровные и сделаны под 90 градусов. Пришлось применять пеноплекс, потому что щели между окном и стеной были просто огромные. Здесь в работе мы использовали смесь Волма гипсактив белая. Работу выполнили с глянцеванием. Санузлы, как всегда, штукатурили гипсовой и влагостойкой смесью старатели Оптимум. Срок выполнения работ на данном объекте составил 12 дней. Очень долго мучились с геометрией, пытались сделать так, чтобы на выходе получилось геометрическое правильное помещение. И также откосы доставили нам немало хлопот. Но мы, как всегда, совсем справились. И сейчас у нас абсолютно классный, абсолютно ровный и готовый для следующих работ результат. Будут вопросы, пишите, спрашивайте, подписывайтесь на наш канал. Пока!